Доброе утро, девочки. Все, ему сказала, что мы здесь. Так, у меня не устало. Я чай как замухушка была сегодня. Спать. Вот кому у нас осталось, спасибо. Повернись. Вот. Вот первая расцветка вообще шикарная была, которая для яблока. Я думаю, ее стоит отложить. Она, ну, не сильно же, это на теплую погоду, вот так. Да. На минусе ее не один, по-моему. Легенькая? Нет. Это нежная очень. Это и есть. Они новые. А мы цвет твой светленький. Очень идет тебе. Дай попробуйте. Нина, прямо вот. Вот. О, мама, это прям твое. Прямо вообще. Еще блесточки по блестке. Так, сколько стоит? 1700 евро. Лир? Евро. 70 тысяч. 90 тысяч. Просто. А с меховыми вставками нет, да? Нет, с мехом нет. Маломерки. Да. Нет, маломерки. А так красивые очень. Да. Надо еще ту, как в магазине, розовую с трикотажными, да, видели, да? А? Там косами были. Да, вязка, да, да. Где крупная вязка, да, с крупной вязкой очень красивые были. Там карманы плотные или заточки? Брать детали, из дешевой коллекции, с самой высокой категории, которые у нас в Перми, на Урале, в Сибири, даже в Москве, пока их нет. Да и никогда не будет. Да. И не привезут. Я работаю там директором магазина, подобно, да? Как Мондиал. Нина, поверни спинкой, там надпись. Смотри. Лайм. Модная. Лайм. Мне кажется, цвет надо ярче, да? Нет. Да нет. Бледно-розовая тоже красивая. Мне кажется, я бледнее сразу какая-то. Девочки, мы сегодня в магазине специальном, который от Annex Store, от гостиницы Дельфин Палас. Это директор магазина меховых и кожаных изделий. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алишан. Всех ждем у нас в магазине. Мы выбрали с Ниночкой. Мы выбрали с Ниной спортивного стиля меховой шубку. Ну, потом все покажем. Да, покажем все. Вот. Я выбрала куртку, нам сделали очень хорошую скидку, вот, очень вежливые продавцы и вот большой выбор товара. Вот имя магазина там покажу. Денер. Это эксклюзивные модели итальянского дизайна Денвер. Девочки, ну конечно, перемерили целую почву, просто продавцы не знали, что мы блогеры и не разрешили нам снимать. Но затем мы разговорились, и нам прямо достойно представленные модели разрешили все это перемерить. Смотрите, какие. Ну, для Краснодара, конечно, это не актуально, но для тех, кто приезжает с севера погреть свои косточки здесь, в Турции, я прямо советую. Атмосфера шикарная. Чай, кофе, потанцуем. В общем, весь водка, виски, коньяк. Водка, виски, коньяк, целый сервис услуг. Так выгляжу я сегодня. Все, я вам сейчас хочу, девочки, показать куртку Dolce & Gabbana серия, коллекция. Я увидела сразу ее.
Девочки, это просто шикардосик. Вот такую куртку я себе приобрела. Это нечто. Ни у кого не будет такой модельки. Ни у кого, 100%. Смотрите, вы знаете, по Dolce & Gabbana я умираю. Вот, все, что касается Dolce & Gabbana, это все мое. Но у Нины спортивные я не вижу. Не вижу. Она там дальше в другом зале висели, да. Я общем, потом девочки, в отеле покажу, померю все. Да, в общем, приезжайте, покупайте. Очень-очень хорошую нам скидку сделали, двойную. Сначала сделал продавец, потом сделал директор, а потом мне сказал, ах, вы блогер, надо было вас содрать, а где эти шкуры? Не надо было вам говорить про дешевил. В общем, удачи, процветания вашему магазину, чтобы у вас всегда были достойные покупатели. Всех ждем. Да, все, до свидания. Че, шуб намерились, дубленок намерились. Курток напокупались. Если предоплату, едем дальше в торговый комплекс. Сейчас поедем в большой торговый комплекс. Кто-то, кто-то похоже, в рабство. Турецкое. Турецкое, сдался. Кто? Начинайте с сегодняшнего дня. Может, отработаете. Кадр, блин. Девочки, мы приехали в Outlet, в Айкики. Outlet. И я примеряю наряды. Сейчас покажу вам. Джинсовый облегченный сарафан. Моделька моя. Вверху все прямо идеально. Моя модельчика, девочки. Дверь не закрывается. Так, ну что, девочки, это берем, да? Сарафан берем. Сарафан, да что такое? Кто-то лезет ко мне. Нет, сейчас, девочки, подождите. 50, так, лир это где-то около 160 рублей. Девочки, блузка с длинным рукавом. Девочки, вот такие левочки. Хочу кроссовки купить. Новая модель, не знаю, какие выбрать. Конечно, большую. Приехали с Ниной в Анталии Сити, торговый комплекс, походили по Outlet'у, посмотрели, что где как, что продают, как продают, нам надо же к Израилю-то подготовиться. Нужно рубашку или платье, чтобы были закрыты локти, колени, а у нас все очень открытое, шорты. Мы ходили, ходили, смотрели, захотели покушать, пришли вот такое заведение. Заказали себе по салатику, водичка, кофе и сидим. Нина Люви отправляет кроссовки, какие бы он хотел, Лёва выбирает. В общем, не знаю, успеем или нет, время уже дофига, а нам еще гулять и гулять. Мы еще ничего вообще не присмотрели, не выбрали. Здесь столько всяких бутиков и всего остального, а нам 5 часов уже надо, 6, да, 6, Нина? Ничего, 6. Уже надо на массаж. В общем, такие дела, девочки. Уже покушать охота. Мы сегодня только завтракали, на время уже 3 часа. Я себе заказала салатик. Целый тазик. Целый тазик. Не у Нины, смотрите. Сколько всего. На еде не мокрый. Девочки, не стала заедать, что хочу. Вообще все хочу. Мне очень вкусно. У меня паста была очень вкусная, паста и курица нормальная. Все остальное тоже не салат, ни картошка, ни. Бе. Играл с девочкой.
Как маленьких детей любят они здесь вообще. Ну, довольно счастливая пошла. Смотри. Девочки, у нас поздний полдник. Чем? Вот такую пироженку я взяла. Арбузик и дыня. Присоединяется. А Нина взяла себе рыбку с рисом. Вкусно съела, говорит, рис как мясо. Нежнятинка, девочка. Рыба как мясо, рис божественный, нежнятинка. Вот видите? Вторые полдники, вторые завтраки, вторые обеды. Пожалуйста, подходите. Подходите, что хотите, берите. Просто идешь мимо. Раз. Подошел. Каких только пирожных. Берешь тарелочку. Просто классно. Берешь тарелочку. Открываешь, берешь щипчики, ковыряешь самые вкусные кусочки арбуза, остальные пускай остальные едят. Да, девчонки? Балдежа, да? Балдежа. Ну, а здесь чего только нету. Здесь наггетсы, колбаска, здесь обжаренные среднеземноморские овощи. А здесь рис со сливочным маслом. Здесь овощной суп с креветками, мне очень нравится. Жареная баранина, смотрите. Жареная баранина. Овощное рагу. И рыбка. Рыбка. И народу никого нету, девочки. Потому что все на пляже. Для нас приготовлено. Я сижу и говорю Ниночке. Нина, представляешь, в Египте заброшенные вот эти отели, шикарные. Шикарные отели. Махины стоят, и в них брошено все. Стулья, столы, посуда, мебель. Девочки, я взяла себе пудинг шоколадный. Он просто, он божественный. Знаете, какой вкусный? Вы просто не представляете. Ой, аромат стоит прям отпад просто. Куда деваться? Самый вкусный пудинг. Девочки, берите пудинг.